просто в очках, поэтому она ничего не соображает. Так, в очки. Ты на море еще поедешь? Не на корейское, на русское. На японское. Поедем мы с тобой еще? Бабушка твоя рассказывает, что ты не девочка, выходили медведи искать, а она рвалась. То есть она туда когда-то очень рвалась. Мы ее бросили. Да, она шарфочка. А вы медведи искали. Нашли? А я думаю, нашли медведи. Наверное, вы не нашли. Что расскажи что-нибудь, что тебе поедет. Она засыпает, а вы пристали к ребенку. Понравилось тебе? Себе. Да? Еще поедешь? Ну это ж вы не были еще в этих Лотоволдах всяких. Ну Лоты были, но она тогда и была Балтера, а вообще ничего не соображала. А в Пусане мы тогда были, он как раз сломался, и его